Коммунальщики продолжают работать на улицах Магадана. Первый заместитель мэра Александр Малашевский провел оперативное совещание служб. На нем руководители ведомств отчитались о проделанной работе. Специалисты ГЛУДА расчищают соборную площадь. Автогрейдеры срезают накат и расширяют проезжую часть на улицах. Сотрудники комбината зеленого хозяйства закончили уборку на пешеходной зоне «Магаданское время», там, где проходил конкурс ледяных скульптур. Также специалисты убирают тротуары, переходы, межквартальные проезды, подъездные пути к контейнерным площадкам, пищеблокам, дошкольным и общеобразовательным учреждениям. Вот, также хотел отметить, что мы